зимой. Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. И мы выходим в рубрике «Внутренний кофе» с Богданом. Люди, как это называется, смотрите, какие у нас красивые визитки. Спросите у красноярцев, сколько чашек кофе они выпивают перед тем, как выдвинуться на рабочие места. Доброе утро. Здравствуйте. Можно вас на секундочку отвлечь? А как вас зовут? Марина. Марина, очень приятно. Меня зовут Антон Богданов. Сейчас прямой эфир с утренним кофе на Афонтово. Держите нашу визиточку. Марина, скажите, пожалуйста, сколько чашек кофе вы выпиваете перед выходом на работу? Одну. А потом в течение дня? Ну, штук пять, наверное. Штук пять? Ну, как вот вы себя после этого ощущаете? Сердце не бьется? Давление в норме? Да, все в норме. Все в норме. Спасибо вам большое и вам за красивые глаза от нашей программы. Несу я, Антон, микрофон в рот. Вот такие зерна счастья. Марина, положить под подушку, загадать... вы замужем? Да. Загадать счастье мужу, людям близким и родным, и любимой свекрови. Пожалуйста. И продолжаем дальше исследование на тему. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста... Здравствуйте. Утренний кофе с Афонтова. Скажите, пожалуйста, сколько чашек кофе с утра вы выпиваете? Я вообще кофе не пью. Почему? Потому что нельзя. Нельзя? Ну, тогда вам вот такая вот веселая визитка. Можете в группе ВКонтакте сегодня себя увидеть. Спасибо большое. А мы обратимся к подрастающему поколению. Привет, как тебя зовут? Костя. Костя, очень приятно. Ты в каком классе? В пятом. В пятом классе. Костя, кем ты хочешь стать? Ну, пока еще решаю. Решаешь. А ты в школу не опаздываешь? Время-то видел? Нет, у меня сейчас 7, потом только школа. А, ясно. Тогда вот тебе визитка от программы «Утренний кофе» с Афонтова. И скажи, пожалуйста, сколько чашек кофе ты выпиваешь в своем вот пятиклассном возрасте? А вообще в месяц я могу только одну выпить для себя, как только одну. Ну и а родители твои пьют кофе? Да. Да, поэтому вот передай им от рубрики «Внутренний кофе» с Богдана и от программы «Утренний кофе». Вот этот пакетик сейчас. Спасибо. Беги, беги, Костик, не опаздывай, соблюдай правила дорожного движения, будь счастлив, здравствуйте и любим своими родителями. Да, нам пибикают, вы тоже пьете кофе, мы тоже пьем кофе. И на этом мы уходим от людей, веселых, добрых красноярцев, как мы успели увидеть, и продолжаем «Внутренний кофе» с Афонтова, а эфир «Утреннего кофе», сегодня столько всего «Утреннего кофе», продолжается тоже. Студия, передаю вам слово. И сколько чашек кофе-то вы выпиваете?